Ребята, кажется, я в западне. Я в парке Кио решил пробежаться. Забежал сюда в 10, по-моему. А тут же, главное, написано до 10. Ну и все. Вот, собственно, и приехали. Вот сейчас буду искать возможности выбираться. Вообще, я бегал в Волгограде, в Краснодаре, в Гуанчжоу, в Москве, в Санкт-Петербурге. Иногда поздно ночью, иногда рано утром. Вот зато в Череповце вляпался. Ладно, сейчас разберемся. Так, нынешний соляной сад или в Old School Park Kio Череповца. Вот, вторая дверь, сейчас попробуем. Как тут, блин? Вроде нормально. Фух. Можно бегать. Интересные порядки в мире. Наверное, в Череповце желающих бухать в красивых местах слишком много. Приходится от них вот культурные места облагораживать. Или наоборот, может, из-за того, что они не в культурных местах, им хочется бухать. Ладно, побежал дальше. На самом деле, зря я грешу. У нас вообще превеликое множество просто замечательных, очень красивых мест в Череповце, чтобы бегать. После рабочего дня, если остаются силы, а если даже и не остаются, начинайте бежать, тогда и силы появятся. Это второе дыхание называется. Наверное, вы догадываетесь, что жизнь ведущего – это марафон. Марафон праздничных мероприятий, особенно это, конечно, август, вот 11, 12, 13, нон-стоп свадьбы, причем в разных городах. Ну и чтобы вообще не скучно было, я еще решил, что 21 августа буду бежать полумарафон здесь. И, собственно, сейчас тренируюсь утром и вечером, как минимум, бегаю. Если тоже бегаете, присоединяйтесь, напишите в личку, дам знать, там есть еще места, записываемся, вместе побежим. Это приятно. Лайфхак для всех, кто хочет питаться вкусно. Хорошо пробежался, хорошо поешь. Лайфхак для всех, кто читал книжку Скотта Джурека под названием «Ешь правильно, беги быстро». Он там любил буррито, вегетарианское, мексиканское супер-буррито. У нас буррито не найти, зато можно найти шаверму. Компания Morrison предоставляет. Единственная компания Morrison, могу сказать такое. Хотелось бы вегетарианское, а вкусного вегетарианского у вас нет. Между вегетарианским и невкусным большая разница. Поэтому берем лайфхак. Берем городской соус, запускаем вегетарианскую шаверму. Получается обалденно вообще. Не благодарите.